связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской, об агрессии. Странно это слышать, которое не было предусмотрено законом. Просто абсурд издевательства над Конституцией. А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащенную армию боевиков. Видимо, надо было с утра приходить, чтобы пропасть к мавзолею поближе. Похоже, именно там расположилась концертная площадка. Что ты его обижаешь? Интернет точно. Это наш? Это наш. Наш, ладно. Это не ваш. Вот должен быть. Ваш фанка. Тут все наши. Фашиста Яроша женить на Валерии Новодворской. Обаму трудоустроить в Куклукс-клан. А все корабли, которые сейчас строятся на русских верфях, в Петербурге, в Ленинграде, в Северодвинске, в Амуре. Я хочу поблагодарить президента России за то, что он избавил Крым от большой крови. Россия, моя Россия, открывай дай. Уже добавили в Википедию население России, увеличилось, и добавили любую песню от Крыма до Енисея. От души старается. И как поется в песне гардемаринов? Единый парус и душа, судьба и родина, и Крым единый! Именно так поется в гардемаринах. Вот и сам Владимир Владимирович здесь, оказывается. Клином хорошо идти. Клином. Долина нравится или присоединение Крыма? Присоединение Крыма, конечно. Да? Вы что? А как вот народ пришел на концерт или на присоединение? Присоединение. То есть без народа бы Крым не присоединился? Нет, конечно. Вы что? Да. Мы ночи не спали. Мы 3 недели не спали. Не переживали. Флаг сворачиваем до следующего раза. А следующий раз когда? Я думаю, скоро. Потом Украину будем забирать. Вот такая наша гордость, да? Такая гордость, что по нему ходят ногами. Хотя бы придется сложить, чтобы не осквернили город. Вот у нас русский народ, мы как-то не сразу понимаем на самом деле. Вот я всегда говорю, нам, по-моему, русским надо, чтобы президента своего любить, надо, чтобы его убили, желательно, чтобы это был еврей. Нет, вот он действительно, он святой. Вот я думаю, он настолько, по-моему, любит всех людей, он искренне сегодня говорил, что он любит и украинцев всех, и желает мира. Он действительно всех любит. Это ему, дай бог, силы и здоровья. Потому что, конечно, мы без него, ну, очень было бы тяжело нам. Куда мне идти? Так близко стану, говорю. Путина Владимира Владимировича, 2012, 24 года. Герои все в строю. Высшие награды, ордена, медали. Полиция России лучшая в мире. Ура! Победа! Восхищаемся вами! Благодарим вас! Праздником! Все поддержали 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2200 личный состав нашей доблестной непобедимой армии, полиции, МВД, ФСБ, ФСО, ГРУ, МЧС, прокуратуру. Все поддержали 2 президентских срока. Герои нашей Родины, Отечества, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Поздравляем вас, героям, ура! Наша Россия в лучшем мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, всем героям.